Привет! Это канал I Like Pet, я Таня. Это Бантик, игрушка из подручных средств, которая вернула в детство не одну кошку. В этом выпуске мы расскажем вам 5 идей игрушек для кошек из подручных средств. Даже если вам кажется, что ваш мяукающий питомец к играм равнодушен, попробуйте реализовать одну из наших идей. С нами даже самые незаинтересованные в играх кошки заиграют. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе «Приложения», который находится в настройках вашего телефона. Одни кошки, благодаря своему любознательному нраву, могут найти себе игры даже там, где их нет. Другие в активном времяпровождении не заинтересованы. Если и будут играть, то только во что-то спокойное и расслабленное. Вы решили поиграть со своим питомцем дома и хотите, чтобы любимец максимально насладился таким досугом? При этом вы не хотите приобретать дорогостоящие игрушки, а желаете сделать их из подручных средств? Значит, наш ролик вам идеально подойдет. Итак, представляем вам 5 идей игрушек для кошки из подручных средств. Большой бумажный пакет – такая простая и такая занимательная игрушка для кота. Кошки обожают исследовать закрытые пространства, затем спать или сидеть в них. А еще мяукающим нравится шуршащий звук, который получается при прикосновении с бумажным пакетом. Пластмассовое яйцо из-под киндер-сюрприза может стать идеальной игрушкой для вашего мяукающего друга. Чтобы животному было интереснее, откройте его и наполните мелко порезанной мятой бумагой. Когда кошка будет катать его, она будет шуршать и тем самым подогревать интерес питомца. Бантик, пожалуй, одна из самых любимых игрушек мяукающих. Сделать ее очень легко. Нужно разрезать лист А4 на 4 части, каждую из четвертинок смять и повязать их все вместе ниткой или лентой посередине. После можно приступать к игре. Если у вас намечается день из домашних дел и вам никак не хочется оставлять вашу кошку на это время без внимания, есть идея игр для занятых хозяев. К своей ноге вы привязываете ленточку и отправляетесь выполнять домашние дела. Кошка будет бегать за ленточкой, а вы успеете и по дому все сделать, и с питомцем поиграть. Правда, вам необходимо будет внимательно следить за тем, куда вы наступаете, чтобы нечаянно не нанести травму вашему играющему питомцу. Изготовьте из старого и ненужного вам уже носка мягкий мячик для вашей кошки. Наполните его ватой, а затем скрутите так, чтобы получился шар. Такая незатейливая игрушка и удовольствие вашей кошке принесет, и когти позволят ей поточить. Теперь вы знаете секреты игрушек для кошек из подручных средств. Ну, а я пойду мастерить новое развлечение для своей кошки. Думаю, она ждет не дождется новую игрушку. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!